И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем наш проект мод против мода Derived Edush 25-я часть. Ну и по традиции вспомним, что же мы делали в прошлой части. Ну а в прошлой части нам удалось убить того самого Дума, того самого суперзлодея с помощью силы Звездного Лорда. И что же мы будем делать в этом выпуске, так как это у нас выпуск такой 25-й, ну, что-то типа юбилей. Сегодня у нас будет что-то очень крутое, потому что сегодня, ну, как вы уже можете видеть, мы будем одним из трансформеров, а именно Sunstrike'ом, точнее Skystrike'ом, боже мой, какой Sunstrike. Да, мы будем Skystrike'ом. И если вы смотрели мой выпуск на Локи битвы, то вы знаете, то, что я хотел сделать битву против той самой ведьмы, Хэллоуин ведьмы, и я решил ее оставить именно на мод против мода. То есть сегодня мы будем Skystrike'ом, и мы будем убивать ту самую Хэллоуин ведьму. Да, ну что ж, слишком много говорю, я уже устал говорить, давайте приступать к делу. И, ну, Дарвит, и надеюсь, вы все смотрели обзор на модов, то есть, которые я делал на трансформеров, и вы все знаете, как это работает. Но если не знаете, то вот что мы можем делать, то есть, да, ребята, это очень круто. И, в принципе, да, у нас есть также его арбалет, который, честно так, я до конца не понял, как он работает, но все равно, мне кажется, он довольно-таки забавный. То есть он крутится и стреляет разными штуками, не знаю, ладно, неважно. А не будем тратить патрон, давайте-ка мы еще возьмем этих кристаллов. Энерджон кристаллы. Нет, один не надо, 64 возьмем. И, в принципе, да, ребят, у нас есть вот столько патронов, у нас есть арбалет, у нас есть полная броня. И, в принципе, давайте, ребят, выйдем из креатива и начнем ту самую сумасшедшую битву. Но также нам понадобится поставить норму, потому что я избавился ненадолго от слаймов. Ну что ж, ребят, поехали, надеюсь, нам повезет. И, мне кажется, я сразу хочу отлететь просто в сторону, чтобы немного раз... Хотя, в принципе, ладно. Прикол этой брони то, что мы сможем спокойно улетать. И почему я третьего лица... Ага, точно, ты же телепортируешься. Так, окей. О, боже мой, только не... Нет, ну-ка, иди сюда. Главное, чтобы она не... О, нет, только не это. Нет, на самом деле, самое плохое то, что она сможет сделать, это кинуть свои чертовы тыквенные бомбы. Вот, нифига себе, просто посмотрите на это. Это хорошо, что они рядом со мной еще не упали. Ух ты, она просто телепортируется рядом со мной и их кидает, это очень плохо. И почему-то у меня не отображаются жизни. У меня что-то случилось. Sunstrike. Точнее, Sunstrike. Боже мой, ага, вот, теперь все отображается, боже мой, как странно. У меня осталось 40 жизней и... Что ты? Фух, она не кинула бомбы. Скелет там пока стоит, ничего. Что ж такое? Главное, не бомба. Нет. Самое крутое то, что мы не, нам не наносится урон от падения, потому что мы крутой. И где она? Я только что ее видел. Ага, вон она. Она опять заспанила своих. Ну-ка, отстань. Ну-ка. Давайте-ка мы быстренько переубиваем всех. Вот черт возьми. Ой, нет. Черт. Мне кажется, все-таки мы сможем ее убить, но опасно, опасно. У нее осталось 30 жизней. Ну-ка. Задолбал телепортироваться опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребят, мне кажется, пора отлететь в сторону и отдохнуть. Так. Долетит отсюда? Не долетает. Ну ладно, давайте убьем вот этого. Или нет? Да, убили. Так, у нее осталось 20 жизней, ребят. В принципе, что мы сможем сделать, это сейчас зарашить. Просто зарашить, бежать на нее и убить. Погнали. Давайте. Нет, давай отсюда. Давай. О, черт возьми. Только не бомбы. Фух. Нет, мимо. Кто? Ага, она же мне... Что? А, это ее суперспособность. То есть она становится, так я понимаю, невидимой, да? Или какой-то паук? Еще все? Так, стоп. Вы знаете, ребята, что если вы смотрели, опять же, серию Lucky Битв, вы знали, что я не знал вообще ничего про эту ведьму. И, я так понимаю, в конце ее жизни она превращается в невидимого паука и нас пытается убить, потому что я этому другого объяснения не вижу, но в принципе, ребят, да, мы ее убили, но также надо прикончить. Не, смотрите, паук все еще. Еще куча. Что происходит? Почему так много невидимых красноглазых пауков? Окей. И мы ее убили? Можно считать, что мы ее убили? Или не можно? Мне кажется, это последняя способность, потому что, ну, по идее, это оно и есть. В принципе, ребят, да, это было даже, не знаю, довольно-таки несложно. И, мне кажется, самое время сделать точно такую же битву, но уже против двух этих ведьм. Она уже нам арену покоцала, нашу бедную арену. Но все равно, ребят, мы сейчас вернемся, я отхилюсь, и мы продолжим нашу сумасшедшую битву. Итак, друзья, я вернулся, и не знаю зачем, но я взял целый стак этих ведьм. Ну, возможно, нам понадобится целый стак. Не знаю. Но, что ж, давайте заполним сразу же целых двух, и посмотрим, как это у нас выйдет.
даже не знаю, то есть раз-два и сразу убегаем. То есть мы сможем, в принципе, улететь спокойно. И, уи, как же не хватает этому моду возможность стрелять, например, из самолета или из танка, или из чего угодно. В принципе, ладно, давайте перестанем их троллить и поехали. То есть, да, они уже бегут на нас, но... Ага, они будут тратить патроны, это слишком много. Давайте сразу двух сагрим, потому что так неинтересно. Ну-ка, иди сюда. Так, отлично. Ну, давайте, покажите, на что вы способны. Черт возьми. Чертовы скелеты. Отстаньте, 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 отстаньте. Так. Легко, легко справился. Главное, экономить патроны. Потому что они могут... Ух, как мне понесло. Так, скелетов минус. Черт возьми. Они друг... Мне кажется, они друг друга просто подорвали. Ладно. Потому что вот у той ведьмы очень мало жизни теперь. Давайте мы ее хоть сагрим. Ой, ё-моё. Слава богу, что мне урона так мало наносится от взрывов, но все равно, ребята. Так, иди отсюда. Так, 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 отлично. Опять ночь, а только что пост... А, в принципе, да, я же забыл, они же спавнят ночь сами по себе. Вот они, красные пауки, но сама ведьма, она еще жива. Это странно, и это что еще за хрень? А, ладно, в принципе, это паук. И еще взрывы, и она сама себя взрывает. А другая ведьма вообще там тусуется. Ладно, мне кажется, эту битву мы тоже выиграем, потому что у нас полной жизни. Ну, пока еще. То есть давайте мы добьем всех и... Все? Все, ну вот тебя еще добьем. Так, прыгнем, хоп, хоп, давай. Отлично, я осталась последняя ведьма, но... В принципе, ребят, не очень-то и сложно. Мне кажется, надо заспавнить сразу 4 ведьмы, и тогда уже будет что-то хардкорное. Так, вот она заспавнила своих невидимых пауков. Но сама она пока не умерла. Но в прошлый раз она куда-то исчезла. Странно было, но... Ладно, ладно. Так, так, давайте быстренько убиваем пауков, убиваем скелетов. Всех мы убиваем. Все раскладываются. Так, патроны, патроны, пожалуйста, не кончайтесь. Все? Это все? И это все, на что вы способны. Именно поэтому я взял целый стак, потому что я думаю, что нам, опять же, не хватит. Видим, давайте, раз, два, три, четыре. О, боже мой, что я наделал, что я наделал. Так, погнали. Уже летят всякие тыквы вокруг. Так, давайте хотя бы стейк съедим. Ой, нет, не стреляйте в меня, отойдите все. Получите красные хрени. Боже мой, слишком много. Окей, улетаем. Улетаем. А что если мы... Боже мой, просто посмотрите на это, мне страшно становится. Ладно, погнали, пора в битву. Давайте от третьего лица попробуем их пострелять, потому что даже круто. Круто выглядит, так. Хоп, хоп, ладно, в принципе нет. Лучше от первого лица, потому что... Так мало чего видно. Бежим, 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 прыгаем. У нас еще есть отличный прыжок, и мы теперь спокойно сможем от них убегать. Так, давайте мы их сагрим, потому что я хочу, чтобы на меня все они сагрились, чтобы была просто сумасшедшая битва. Так, так. Они просто сейчас все друг друга взорвут. Или меня. Почему-то они меня... У них не получается меня убить, но... Что вообще происходит, ребята, я не понимаю. Это просто полная наркомания, ребят. Хотя нет, 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 они все-таки получается меня убить. И... Боже мой. Что вообще происходит? Я умираю, я не понимаю. Все, я умер. Нет, я не умер. Да, я умер. Просто, ребята, посмотрите на это. Я даже не знаю, ребят, давайте я сейчас попробую, знаете, что сделать? Прямо даже на ваших глазах не буду делать на... ставить на паузу. Давайте возьмем гейммод 1 и быстренько возьмем броню другого трансформера. И это у нас будет Пурдж. Хочу поиграть немного за Пурджа, так у него есть тоже свое собственное интересное оружие. И отстань, не трогай меня. Так, 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 и возьмем его оружие. Теперь... Что я делаю? Так, теперь мы все это быстренько оденем, возьмем и оружие в руки. И так уже ведьмы эти есть. Мы просто вернемся сюда. И теперь выйдем из креатива, посмотрим, как нас сейчас изнасилуют. О боже мой, давайте, погнали. Хоп. Так, отлично, минус, минус. Прикол у этого Пуджа, прикол в том, что у него очень мощное оружие, то есть... Ох, мой. За что вы так со мной? Ладно, давайте в огонь прямо будем впрыгивать и убивать их всех. Черт возьми, ведьмы. Фокусим ведьм. Так, давай, 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 давай. Знаете что, ребят? Знаете что, ребят? Знаете что, ребят? Я хочу вылезти. Я хочу вылезти и... Я хочу вылезти. Дайте мне вылезти. Спасибо. Спасибо. Давайте мы, знаете что, пропишем. Если я сейчас не... Да, я умер. Окей.
Я хотел прописать game rule и keep inventory true, но ладно, окей. Что мы еще сможем предпринять? Интересно. В принципе, другие трансформеры, они не очень, потому что у них нет способности... Точнее, у них нет никакого оружия, то есть только у этих двух есть оружие. Но ладно, уж ничего страшного, возьмем еще раз его катану и пропишем. Game rule keep inventory... Надеюсь, я правильно написал, да, правильно написал. И погнали опять же в битву, но в принципе, одна, две. Что, осталось лишь три, а где все остальные? Я не верю, что я их убил, а вот еще одна. Ладно, давайте выйдем из креатива. Кого они пытаются взорвать? Ладно, не понимаю. Но пора в битву. Нужно их убить. Самое главное. Я не понимаю, на кого они сагрились вообще. Они бьют там кого-то. О боже мой, ну-ка отстаньте от меня все. Хоп. Какой забавный прыжок. Так, хоп. То есть, смогу ли я выпрыгнуть? Не очень хорошо мне это получается, но вроде бы можно. Вроде бы можно прыгнуть на два блока в высоту. Так, иди сюда. Давай, подходи, подходите. Всем дам по лицу. Давать по лицу — это очень круто. И осталось у нас еще две ведьмы. И ты что здесь делаешь? Ну-ка, иди сюда. Так, окей. Давайте не знаю, попробуем быть танком, что ли. Как же не хватает здесь выстрела? Ну-ка. Что ты будешь мне делать? А, нет, смотри, все-таки может меня бить. Получай. Так, в принципе, вот сейчас можно сыграть от третьего лица. Мне кажется, будет довольно-таки забавно. И погнали. На. Так, и давай. О, боже мой. Черт возьми, отстаньте. Прыжок. Ё-моё. Пожалуйста, не убивай. Так, вроде последний, вот это последний осталось. Все, я убил. Нет, еще вот это, вот еще. Давай. Я убил ее. Нет, я не убил ее. Эх, черт возьми, черт. Ладно, все, давайте мы просто. Почему я. А, это у меня такой горб на спине. Я думаю, я просто присел. Окей, давайте выйдем из креатива. Точнее, войдем в креатив. Залетим сюда. И выйдем. Какой 1-2. И выйдем из креатива. Окей, вот так вот. И просто ее прикончу, потому что уже. Это должен быть конец, потому что... Давайте пройти. Так. И все, минус. Фух, ребят, думаю, на этом мы закончим этот выпуск. Было довольно-таки круто, если честно, потому что, ну, их слишком было много. И эти чертовы памки-миньоны просто жесть. И еще куча взрывов, и еще и эти ведьмы телепортируются. Просто было довольно-таки круто. Надеюсь, вы поставите лайки, и мы наберем 2000 лайков. Было бы очень-очень здорово. Надеюсь, вам нравится этот проект. Так что, да, ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн. И до новых встреч. We'll be right back.